Уважаемые жители города Нарвы, всего нашего прекрасного региона Итавирума, как мэр города Нарвы и в преддверии Нового года хотелось бы сказать следующее, что мы живем в таком прекрасном месте, которое характеризуется словом «мультикультурное». То есть здесь у нас очень много культур на стыке, и они все делают нас более благородными, более прекрасными, более трудолюбивыми. И это очень важно, что мы друг друга этим облагораживаем и идем в Новый год с мыслями, которые сделают город Нарву, сделают наш регион, в целом Эстонию, конечно же, более прекрасным местом проживания. И удачи вам в этом серьезном и важном деле, как вклад в наше общество. И счастья в вашу семью, здоровья вашим детям.